Здравствуйте, Игорь Вячеславович. Вот мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Вот первый из них, наверное, самый главный. Зачем вообще были созданы заповедники? Ну, официально заповедники созданы, это государственная структура, они созданы для сохранения окружающей среды, участков дикой природы. И часто вы можете слышать, что говорят, что они созданы для будущих поколений. Мое же мнение, для чего заповедники созданы, во-первых, это для мониторинга, то есть для исследования в дикой природе, потому что это нам нужно. Наверное, даже первое я поставил бы на место, это все-таки сохранение важных мест. Ну, допустим, представим вот Алтайский заповедник. Не все заповедники, все разные, в разных климатических условиях, разные природные условия. Ну, вот, допустим, Алтайский заповедник, да, верховье реки Бии, по сути дела, Чулышман и озеро Джулуколь находятся в Алтайском заповеднике. По сути дела, мы охраняем водозабор, с которого формируется в дальнейшем огромная опь. А как ты знаешь, мы состоим из воды почти на 80%. Поэтому чем это чище вода, тем это лучше. Ни один процесс технический какой-то тоже невозможен без воды. Это вот самое простое. Понятно, есть еще генетическое сохранение некоторых объектов, живой, неживой природы и так далее, ландшафтов. Но я бы от себя добавил еще, что, наверное, мне кажется, главное. Вообще природа – это ресурс, вот человеческий. Как бы, может быть, это не звучало слишком рационально, но на самом деле ты не можешь жить без воздуха, без воды, без окружающей среды, да? Если мы ее не будем сохранять, естественно, мы-то сами и не выживем. Поэтому самой природы, то, что мы ее бережем, может быть, это не столь важно. Это важно для нас самих. Мы сохраняем ресурс, благодаря которому мы можем жить. А в чем особенность Алтайского биосферного заповедника? Ну, во-первых, конечно же, каждая особо охраняемая природа, заповедник или национальный парк, или заказник, может быть, комплексный биологический, это они все по-своему уникальны. Но я уже говорил, что они находятся в разных климатических зонах, они находятся в разной природной среде, да, они везде разный ландшафт, везде могут быть разные виды, которые там обитают. Алтайский заповедник уникален тем, что, с одной стороны, он даже называется Алтайский, да, это как ландшафты, которые в большей степени отражают именно горный Алтай. Ну и еще надо сказать, что с Алтайского заповедника начинается западный Саян, который дальше тянется уже через Туву, в Красноярский край, к восточному Саяну. Если говорить, допустим, о природе, которая... Взять древность еще такую, ну, во-первых, по ледник, когда продвигался по территории Алтайского заповедника, он неравномерно... Ну, это уж совсем в древность мы так, да? Он тогда еще и не было, естественно, заповедника. Он, понятно, стирал все на своем пути, но остались ложбины межгорные или еще что-то, где ледник не смог это все содрать. И очень интересный момент такой. У нас есть участки черневой тайги, где есть растения третичного периода. Если вот сказать третичного периода, мало как бы что это говорит, да? Но тогда, когда обитал еще пещерный медведь, саблезубый тигр и так далее. Вот, и растения эти, вот они до сих пор сохранились. Это вот уникально. Второе, что кедры на территории Алтайского заповедника, некоторые ученые считают, что это вообще прародители кедров в Сибири. Вот такая уникальность. Есть кедры, которым больше 500 лет. Еще, допустим, есть редкие виды, которыми, наверное, сейчас уже не удивить. Они у всех на слуху, они известны. Это снежный барс Ирбис, это горный баран Аргали. Но я бы, допустим, выделил еще северного оленя. Казалось бы, да, в чем уникальность? Северный олень, мы знаем, там на севере его очень много. Но это таежная форма в горах. И на Алтае больше нигде северного оленя нет. В Туве, если он есть, это соседняя с нами республика, то там он домашний уже, а здесь именно сохранилось еще вот это стадо. И ближайшее, это в Кузнецком Алатау есть еще северный олень. Это тоже уникально, потому что это совершенно другой. И есть проблемы с его сохранением, в том числе из-за изменения климата. Как мне известно, в Алтайский заповедник входит также и Телецкое озеро. Что вы можете о нем сказать? Ну, правильно, в Алтайский заповедник входит половина Телецкого озера, граница идет посередине Телецкого озера, и правая его часть входит в Алтайский заповедник, левая находится вне территории заповедника, но все равно является в целом объектом всемирного природного наследия.
Это озеро действительно уникально. Оно образовалось в результате тектонических процессов, но уникальность его еще в чем? Во-первых, это одно из крупнейших хранилищ пресной воды. Оно занимает по глубине 4-е или 5-е место после Байкала. Есть еще ряд озер, которых в России имеется в виду. Оно уникальное еще тем, что огромное количество пресной воды, а как я уже говорил, вода – это все. Ничего не может в этой жизни быть без воды. И эта вода чистая. Это раз. Ну, не зря, наверное, наш президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание и сказал, что необходимо Телецкое озеро охранять, и даже поручил правительству создать несколько программ по его сохранению. Но вот от себя бы добавил, что, во-первых, оно таинственное. Не зря много говорят, да, про какие-то тайны, связанные с Телецким озером и так далее. С чем это связано? Оно глубокое. И вот глубины его невозможно так просто изучить. Вот сам я дайвер, у нас есть станция подводных исследований, есть 2 профессиональных дайвера, которые ныряют, которые погружаются в озеро. Самое глубокое погружение в озеро, это совершили 4 дайвера, это на 100 метров, можно представить, тогда, когда его глубина больше 300 метров, да? Дальше невозможно это сделать. Ну и вот впечатления, допустим, мои. После 15 метров это кромешная космическая темнота, как будто включают свет. Специальные фонари нужны для того, чтобы там... Второе, что вода холодная как летом, так и зимой. Но уникальность озера, такая особенность у него есть. Оно замерзает целиком только раз в 10 лет. В районе села Яйлю, вот в этом месте, озеро часто открытое. Поэтому можно приехать зимой, а там просто открытое озеро, без льда. Когда замерзает, тоже очень красиво. Потому что погружаться под льдом, дайвинг, он айс-дайвинг называется, это очень красиво. Ну, это просто какие-то фантастические картины. То, что касается рыб. Есть виды, которые есть в озере. Есть эндемики, вот, изучают, если есть, это специальные, есть специальность, даже называется ихтиолог, да, который, все виды известны, рыб, которые обитают в Телецком озере. Но есть одна особенность. В Телецком озере никогда не было много рыбы и не будет. Потому что само по себе оно бедное. То есть рыбе нужен корм. А реки, которые впадают в Телецкое озеро, как правильно, у них очень сильный крутой уклон. Поэтому в нескольких заливах, которые менее крутые, может быть, и которые больше прогреваются, больше скапливаются рыбы. Ну, допустим, в заповеднике есть залив Камга, есть залив Кыга, устье Чулышмана. Вот здесь, допустим, рыбы скапливаются больше. Потому что, почему? Потому что еще реки выносят различный корм. Вот примерно так. А как вы наблюдаете за животными в заповеднике? Ну, на самом деле, за животными наблюдали... С самого начала заповедника, как и все другие процессы природные изучали. И понятно, что с развитием, скажем, технической базы, развитием различных гаджетов, которые появились, с одной стороны, легче стало проводить наблюдения. Вообще, я сам занимался тоже наблюдением диких животных в природе, потому что я работал в другом заповеднике, в Саяно-Шушенском, занимался изучением снежного барса и горного козла, который называется сибирский горный козел, да, или козерог, в народе его называют. И самые классические способы наблюдения – это, понятно, обыкновенный бинокль, это экскурсии, скажем, или экспедиции в природу, это следы. По следам очень много, что можно сказать. Это целая книга зимой. И есть даже зимний маршрутный учет, по которому можно посчитать, сколько животных обитает в заповеднике, ну или в природе, на участке на каком-то. Сейчас, конечно, появились возможности такие. Во-первых, у нас очень много сейчас фотоловушек. Фотоловушки помогают не только наблюдать за дикими животными, но еще иногда и браконьеров мы в них попадаются и уже даже привлекали к ответственности вот те, которые попали. Фотоловушка, понятно, она ставится незаметно. Благодаря фотоловушкам больше стало известно, допустим, о снежном барсе, потому что его сложнее наблюдать, он очень осторожный зверь. И многих других. У нас сейчас уже много тысяч снимков с фотоловушек. И многие, казалось бы, раньше секретные сцены в природе такие, да, тайные, то они сейчас возможны, потому что можно вот наблюдать. Есть потом, сейчас даже есть подводные дроны, кстати, вот, и можно под водой даже проводить какие-то вот такие наблюдения. Понятно, что появились с воздуха дроны, которыми тоже можно в некоторых случаях посчитать. Ну, допустим, если скопление будет на какой-нибудь поляне, на каком-нибудь склоне морала, можно посчитать, вот, потому что сверху будет лучше это видно.
никуда не делись и не перестали, понятно, что в полевые, когда уходят в тайгу инспектора, наши научные сотрудники, исследования также проводятся с помощью бинокля, с помощью трубы, которая увеличивает, и можно легче все это разглядеть. Как я уже сказал, что у нас само Телецкое озеро изучается. Во-первых, есть станция, да, и у них есть там водомерные посты различные. Второе, есть институт в Барнауле, институт водных экологических проблем, с которых мы сотрудничаем. И у нас есть станция подводных исследований. Это погружение, раз, дайверы погружаются и берут пробы бентоса, к примеру, прозрачность воды, изучение микропластика, все это мы делаем. А вот еще такой вопрос. А как работают фотоловушки? Фотоловушки, они могут работать по-разному. Но самое простое, да, это у них есть датчик инфракрасный, к примеру. Она устанавливается, должна быть, ну, относительно незаметно. Хотя животных все равно привлекают. У нас, допустим, несколько фотоловушек повредил медведь. Он прямо зачем-то, вот прямо ее ковырял там туда, да, залез. Наверное, интересовался, что это такое там, какой красный глазок моргает и почему это направлено на него. Так вот, этот датчик срабатывает. И просто автоматически производится съемка. Или даже видеозапись. У нас есть и видеозаписи об этом. В том числе и снежный барс иногда, когда встречает фотоловушку. Такие получаются достаточно забавные снимки, когда он там пытается носом облизать ее, там, обнюхать, посмотреть. Вот. Ну и вот несколько было повреждено медведям, прямо они срывали. Вот. Одну даже закинули в воду. Слава богу, она не повредилась никак, данные с нее. На ноутбуке кадры, которые из фотоловушки. И вот сейчас ты видишь, вот это кот манул. Как правило, он в южной части заповедника, на хребте Чихачева, иногда в приграничной части. Очень мало изученное животное, потому что в основном ночное, сумеречное. Редко попадается в фотоловушку и мало изучен. Но это понятно, что ирбис, снежный барс, которого называют, он уже... Тысячи, наверное, снимков есть, очень много и у наших коллег, и на нашей территории. Еще, кстати, надо сказать, что у нас есть волонтерская экспедиция, которая вот приезжают и на соседние территории как раз изучают и охраняют снежного барса. Это тоже такая интересная. Это абсолютно люди-добровольцы за свои деньги приезжают изучать, сохранить снежного барса и оргали. Ну вот здесь хорошие кадры. Снежного барса, говорю, что очень много. Это, скорее всего, он метит территорию. А, еще интересно, там, где устанавливаются фотоловушки, это, как правило, такое место, в котором очень много животных перекрещиваются, как бы, да, тропы такие. Это как чат в соцсетях. Они все оставляют какие-то свои метки. Все знают. Снежный барс знает, кто сюда приходил. Сибирские горные козлы знают, что здесь проходит снежный барс. И самое интересное, что в этих местах, как правило, они не охотятся. Они в этих общаются больше. Информацию друг о друге получают. Это сибирский горный козел. Не редкое животное, но во всяком случае оно важно тем, что это один из объектов, на которых охотится и которым питается снежный барс. Потому что можно охранять снежного барса, но если не охранять, допустим, сурка, которым он тоже питается, улара или сибирского горного козла, не будет питания для снежного барса, значит, что он? Значит, уйдет. А, это росомаха, кстати, не было еще, да, ты не видела. Росомаха тоже очень удивительный зверь. Про нее много фантастических рассказов ходит, но на самом деле это хищник, умный, опытный. Это у нас... Я не вижу, рысь, по-моему, да? Это кабарга. Самый маленький олень, который есть в Прителецкой части. Он, понятно, таежная форма. Тот объект, который больше всего подвергается браконьерству. Медведь. Казалось бы, обычный фоновый вид. Но и в поведении не всегда все известно. Иногда просто получается уморительный. У нас есть где-то видео, где там... Медвежата танцуют и так далее. Это все очень забавно на самом деле. Медведь. Это сибирский горный козел. Красивый. Молодой. Да, они тоже, да. Это марал. На солонцах можно устанавливать. Это кстати, вот марал, который он подходил к кордону. Там видно даже изгородь. Это... Очень популярная фотография в соцсетях была, целующиеся моралы на фоне Телецкого озера. Но она действительно такая, как бы, романтик, одним словом.
Это солонец, вот видно светлое такое, видишь, выгрызено все. Вот. Это солонец, это земля, в которой минералов больше, чем в других местах. Соли и различные минералы, которые им необходимы. И они поэтому приходят на солонец, и копытные, и хищники, и все поедают его при необходимости. Вот, пожалуйста, заглядывает. Он же, возможно, и повредил фотоловушку. А скажите, пожалуйста, кто это? Это кабаны. Северный олень, который, кстати, считалось лет почти 20, их никто не встречал, и думали, что они вообще уже исчезли на Алтае. И первая у нас была удача, это наш партнер с Роскосмоса, они обследовали территорию и сфотографировал, дал нам снимки, около 12 особей было стадо. Ну, во-первых, это у нас появился оптимизм, что не исчезли они. Мы организовали несколько экспедиций, в том числе Фонд охраны дикой природы России помогал нам в финансировании. И сейчас вот фотоловушки на них устанавливаются. Вот эта фотография же именно с фотоловушки. И у нас, и сейчас, кстати, у нас ушли люди вот как раз в дальнюю. Это, кстати, очень далекая, очень труднодоступная местность, потому что экспедиция туда, как правило, занимает там 20, а то и больше дней. И приходится в зимних условиях, где абсолютно нет никакого жилья, связи, только спутниковая связь. Поэтому все вот эти кадры иногда получать достаточно очень сложно и в экстремальных условиях. А бывает ли такое, что приходится помогать диким животным? Да, конечно. На самом деле, с одной стороны, заповедник – это та территория, где дикие животные должны находиться в естественных условиях. Если происходит гибель, одно животное напало на другое, это как бы это природа дикая. Так должно быть. Но бывают случаи, когда все-таки необходимо им помочь. В некоторых случаях бывает, ну, прошел, допустим, дождь. Сейчас часто такое бывает зимой, да? И есть трудности с получением корма, добыть его из-под снега. И поэтому у нас есть искусственные солонцы. У нас есть иногда подкашивается сено, которое может выставляться. Это не так может быть главное. Но вот с прошлого года у нас появился приют медвежат-сирот. То есть весной часто бывает, это проблема вообще для России и Сибири известная, там, где обитает медведь, находятся медвежата, которые без матери. Допустим, убили браконьеры мать. Допустим, ее как-то разлучили. Ну, допустим, валили лес, да, медведица убежала в одну сторону, медвежонок в другую, не смогли друг друга найти. И у нас есть этот медвежат-приют, где мы уже около 5 медвежат вырастили и выпустили в дикую природу. Конечно, это не тот вид, который редкий, и он не поэтому. Вот мы их выращиваем как раз чисто из гуманных целей, потому что без помощи человека они погибнут. Там есть специальная методика, есть известные ученые Пажетнов, это известный центр по реабилитации медвежат, он находится в центральной части России. И у нас вот такой есть приют. То есть медвежата эти выращиваются, там им специально нужно одеваться, чтобы они не привыкали к человеку. Хотя, конечно, они все равно чуть-чуть привыкают. Потом мы их стараемся выпускать подальше, чтобы они никак не могли выйти к людям, потому что у них есть опыт общения с людьми, и это может быть бедой и для человека, и для медвежат. Ну, а там уже происходит, конечно, так, что кто смог выжить, кто выжил, потому что все-таки это дикая природа. Ну, стараемся максимально сделать так, чтобы возможность для выживания у них была. Хотя, вот, допустим, мы выпустили в прошлом году 3 медвежат. Один медвежонок переплыл вообще в озеро. И понятно, что он в природе в дикой оказался, он не сразу научился, хотя они уже учатся, там сказать, при нашей реабилитации копать и добывать корм, к примеру, да. Вот он вышел к избушке, там были рыбаки-охотники, и он набросился у них там съесть их припасы. Вот даже такое разгорелся там в соцсетях, вот маленький такой скандал, как же так, медвежонка бросили и так далее. Но это естественно, такое бывает, поэтому ничего здесь страшного нет. В итоге он все равно ушел, и надеемся, что он, конечно, выживет. И самое счастливое, что мы их не встретим. Что они будут как можно дальше от людей. Потому что больше всего проблем в сохранении дикой природы как раз с людьми. Медвежата, понятно, биркуются. У них есть такие бирки желтые, можно их потом отследить. В том числе и с помощью фотоловушек. Какие самые важнейшие события в истории заповедника вы бы выделили? Ну, во-первых, заповедник уже 90 лет в этом году исполнится. Он давно существует. И на самом деле, что такое 90 лет, да? Ну, это может быть два поколения всего лишь жизни человека, да? Но, на мой взгляд, история его очень глубока, очень богата.
и очень много событий. Это, во-первых, сам заповедник два раза закрывался, два раза открывался за свое существование. Он как птица Феникс возрождался. Его закрывали, начинали рубить лес, начинали не охранять природу, потом он снова возрождался. Это такой пример, как бы вот, как может быть, в том числе с охраной природы. К сожалению, это иногда из-за смены руководителей или политики в целом в стране, да? Хотя этого не должно быть. Должно быть это всегда святым, как вера во что-то. Потом я бы, наверное, выделил, что это огромное количество людей работало и огромное количество судеб. И вообще Алтайский заповедник – это как история страны. Это была Великая Отечественная война, люди уходили на фронт, женщины оставались в заповеднике и выращивали в то время сельскохозяйственную продукцию, которую отправляли на фронт и так далее. И поэтому выделить какой-то отдельный период сложно, но я бы просто сказал, вот с точки зрения охраны природы, может быть. Во-первых, Алтайский заповедник и Телецкое озеро отдельно, как объекты, входят в общее под названием «Всемирное природное наследие» Алтай-Золотые горы. Туда входит еще Катунский заповедник, гора Белуха, плато Укок, озеро Телецкое и Алтайский заповедник. И второе, это произошло в 2009 году, мы вошли в биосферную сеть международную и стали называться биосферным заповедником. Это еще дополнительные исследования и дополнительные задачи. Но в том числе Алтайскому заповеднику повезло, что на его территории находится станция фонового мониторинга. Если по-простому, это метеостанция, а станция фонового мониторинга, в которой больше параметров исследования. Это очень важно, особенно если ты сейчас знаешь изменения климата и многие другие вещи, без которых, без этих многолетних наблюдений не обойтись. Хорошо, спасибо. А есть у вас любимые места в заповеднике? Ну, на самом деле есть, потому что заповедник очень разнообразный. Если, допустим, в Протелецкой части, озеро Телецкое все знают, это такая горно-таежная местность, я бы назвал даже северными джунглями, где все это заросшее, огромная трава, очень темная тайга. То к югу, если продвигаться заповедник, вот на юг, аж почти до Кошагача, да, то меняется и по высоте, и по продвижению на юг ландшафты. Есть и остепненные участки, есть и тундровые участки. Мне почему-то больше всего нравятся, ну, более-менее открытые участки. Ну, допустим, в районе озера Джулуколь, такое остепненные участки есть, и тундра есть. Вот такие очень, может быть, я потому что работал на Чукотке, мне это напоминает. Но это такие уникальные, это абсолютно дикие участки, и в то же время открытого пространства. И в то же время там мало людей бывает. И они мало изучены, как это ни странно. Вот такие участки мне нравятся. В районе Кордона и Изула, допустим, мне нравится участок. Он тоже с открытыми, с большими участками. Вот так. Нравится ли вам работать в заповеднике? Мне нравится. Я уже работаю всю свою сознательную жизнь, охраняя природу. Работал я не только в заповедниках, работал я и в охотинспекции, в охотуправлении. Но все время я занимался охраной окружающей среды, охраной дикой природы. Я себя часто называю служителем дикой природы, неважно, кем ты работаешь. Иногда работать в полевых условиях, чем администратором, конечно же, интереснее. И как бы мне это нравится, и я этому посвятил жизнь не зазря. Я счастлив. Спасибо вам большое за интервью, Игорь Вячеславович. Теперь мне больше известно об Алтайском заповеднике, ну и некоторые части о остальных заповедниках тоже. Хорошо, спасибо, что ты этим интересуешься, поэтому учись, приходи сюда работать. Спасибо. Это будет самая замечательная и увлекательная работа. Все равно это будет популярно и более престижно, может быть, чем сейчас.